1300 заводчан окажутся на улице. Автоприбор уведомил администрацию Владимирской области о грядущих массовых сокращениях. Предприятие проходит процедуру банкротства. В планах завода сократить персонал сразу на треть и сделать это до Нового года. Без работы останется как минимум 1300 человек. Такая заявка на плановое сокращение поступила от администрации автоприбора в Департамент по труду и занятости. Там отмечают, что под увольнение попадут почти все пенсионеры завода. Кого-то на пенсии отправим досрочные, кому-то будем предлагать новую работу, кого-то на переподготовку, на новую профессию. То есть с людьми работать будем с людьми максимально корректно и максимально в интересах людей. О грядущих увольнениях работников предприятия пока уведомили предварительно. На следующей неделе во Владимире соберутся все собственники завода «Автоприбор». Тогда и определится судьба более 1000 горожан, и будут составлены графики сокращений.